Здесь, если перейти с пляжа на этот остров, еще и попасть в прилив, а сейчас еще пойдет дождь, то обратно реально можно уже не прийти. Потому что усыпано все. Нужно так вот попасть. Придется или плыть, или тонуть. Вот. Кораллы надо обходить. Это действительно опасно. Что-то я об этом слышал. Но теперь я это понял. Какой мозг. Мозг динозавра. Выключаю камеру, пока я не утопил.